Когда оглядываешься назад, все кажется ясным и предсказуемым. Это иллюзия, самообман. Лишь крепкая вера позволяет людям выдержать тяготы жизни. Постройте им часовню. Да и молитва о здоровье нашего больного императора точно не повредит. Теперь вам следует немедленно посетить рыночную площадь. Это сердце поселения. Имейте в виду, всем вашим подданным нужен доступ к этому месту, чтобы они могли собираться там и торговать. Для строительства часовни вам понадобится много помощников. Уж я-то разбираюсь в строительстве. Возводите крестьянские дома, чтобы у вас стало больше людей. Зайцев одним выстрелом. Новые подданные не только ускоряют строительство часовни, они еще и платят налоги в городскую казну. Пока ваш народ заселяет новые дома, вам стоит проинспектировать вашу контору. Смотрите, все товары хранятся здесь на складе, их запасы тщательно учитываются. Запасы дерева тают. Немедленно постройте несколько хижин дровосеков. Честно говоря, я надеялся, что вы передадите мне ваши излишки на строительство императорского собора. Как носильщики будут вывозить товары с предприятий? Конторе не ведет улица. Хижины дровосеков должны быть готовы до того, как ваши запасы дерева иссякнут.